Кто-то был здесь не так давно. Не пройти. Поищу другой путь. Эти следы свежие. Должен быть другой способ попасть внутрь. Позади нее что-то
Теперь путь свободен. Ведь здесь, именно здесь начался мой путь. Похоже, кто-то присматривает за этим местом. Здесь кончилась моя жизнь. Теперь тут стоит алтарь, в память о том, что нужно забыть. Это для Руджика? Кто может беспокоиться о душе этого мерзкого предателя? Стрела Руджика. Та, которой я вычеркнул его имя. Теперь она бесполезна. Тень прошлого. Кто-то закрыл проход. Запах пролитой мной крови еще ощутим. Мумия цапли. Воскрешение? Нет. Тот, кто сделал это, видимо, знал, кем Руджик был в Ордене. Руджик этого не заслужил. Такие почести. Это же гробница фараона. Сделавший это, оскорбил царя. Маска Руджика. Я едва помню, что было после нашего боя. Здесь я узнал все, что мне было нужно. Именно здесь я осознал свой путь. Руджик нашел свою смерть. Стрела стала символом всего. Помню, как ударил его. А затем, когда я пришел в себя, Руджик был мертв. Руджик не заслуживал погребения. Но его похоронили с почестями. Кто-то подготовил его к пути в Дуат. Кто бы это ни был, он специально оставил тут мумию цапли. Видимо, знал, что Руджик носит эту кличку. Судя по свечам, кто-то приходил сюда. Хотел почтить память Руджика. Но я знаю, сердце Руджика так и не нашли. Этот негодяй страдает в Дуате, и обряды не помогут. Пусть меня судят. Но я не жалею о содеянном. Мое сердце никогда не станет легче пера. Thank you.
Ага.
эти надписи времен Старого Царства. Но! Yeah! Yes!
Даха, Даха! Сейчас! Вижу! Ты не пройдешь, тварь! Убью! Держите их! Я дам сигнал! Боги! Нэп ранен! Что? Держись за мной, Задержите! Харри. Я все сделаю! Хозяина ранили! Я вижу врага! Выпущу тебе кишки! Сдохни, тварь! Я тебе отомщу! Я выпотрошу тебя!
Эти надписи времен Старого Царства.
Эй, что? Ты убежишь! Еще раз. Эй, ты! Попробуй это! Что? Oh!
друг.
А, сюда меня не пустят. Что ты творишь, дурень?
Grrrr.